Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и мы с вами продолжаем играть в игру, которая называется Pascal's Wager. И как мы обещали, как я и обещал, вот прямо на этом месте закончили, тут же продолжаем писать следующую серию, сейчас будем узнавать секреты Норвуда. Теренс, ахаха. Говори, где Тереза? Ее забрали глубоко под землю, не дай этому монстру найти ее, что до меня? Я, возможно, не смогу спасти ее, но ты, Теренс, сможешь. Теперь ты ее единственная надежда. Так это ты угрожал Виоле, что выпустишь пулю в Терезу? Это ты так сильно хотел открыть кладбище колоссов и создал весь этот хаос? А теперь говоришь, что хочешь спасти Терезу? Чтобы найти убийц Маркионов, чтобы отплатить кровавый долг, этот ужасный выбор был нашим единственным. Маркионы? Помимо Терезы, кровь Маркионов течет и в моих венах. Ложь, я тебе не верю. Ты только что это придумал. Теренс, я знаю, для тебя это слишком. Но сейчас важнее всего спуститься на дно пещеры и спасти Терезу. После этого я все тебе объясню. Окей, братан, может еще что-нибудь расскажешь? Слаб спасти кого-нибудь? Хорошо. А, тут лут я вижу. Можно наступить сюда? Да. Ну там лут. Может как-то... А, подожди, балка? Етить. Неплохо. Тук-тук-тук, кто там? Парень, который сливает персонажей просто по КД. Ну, бывает, бывает, господа. Не все мы идеальные. И я так особенно. Сейчас чуть-чуть микрофон подвину. Что со звуком? Почему он снова такой громкий стал? А, сколько прокачаться? Давайте немножко бодрости и силы. Сильный будет, как не в себя. Здесь, наверное, немножко бодрости и бент умная будет, как не в себя. Хорошо, готово. И теперь самое печальное, найти путь, как туда дойти, потому что я уже заблудился чуть-чуть. Не, по лестнице. Как бы уже путь расчистил. А тут, ну, вы сами видели, там был лут. Там был лут. Но его кто-то своровал для меня, за меня, вместо меня. Я бы девку взял, она быстрее бегает, но не возьму. Буду стараться просто бежать, игнорируя всех. Собака какая-то пассивная попалась. Бобик сегодня добрый. Только не бейте. Там по-любому еще был где-то алтарь, но я не помню где, к сожалению. Вон он где висит, нифига себе. Прицепился и думает, его никто не видит. Ну да, ну да. И держи в курсе, бро. Тут лестница будет, да. Ты же не умеешь лазить, братан. Я думаю, что нет. Мне кажется, он мне на голову может упасть, если захочет. Ну, в принципе, я так и хотел, нормально. Главное не пропасть в текстурах. За мной пошел. Слушайте, ну ништяк там лежит, а как его взять? Алло. Я все понимаю, но этого я не понимаю. Так, сейчас будем пытаться. Честно, мне кажется, это байт. Я как бы могу, по сути, в теории, подойти по этой фигне, но что-то я очень переживаю. Еще раз сюда идти не хотелось бы. Красиво. Я вряд ли сюда могу упасть, мне надо вниз, наверное, идти. Ну, блин, я буду не я. Вот тут видно, как идти, да, балка есть. А обратно нифига она не виднеется. Блин, ну что со мной делает желание забрать лут? Вообще того не стоило, просто, блин, вообще. Ну, anyway, победили. Испытываю небольшую гордость. Такое кривое. Там пипяки ходят. Сюда я вряд ли куда-то смогу пролезть. А, так это нету. Етить меня за ногу, блин. Ну ладно. Мы справились. В принципе, наверное, да, если грамотно прокачивать персонажа. Проблем бы у меня не было. Ну, меньше было, меньше намного. Я нажимал. Атака почему-то не прокликалась. Тупо не прокликалась атака. Ну, бывает же такое. Здесь тоже определенно виноват только я.
откроется, было бы очень хорошо. Терренс, извини, но должен предупредить тебя, что у нас контракт заканчивается действие. Нашел кладбище колоссов, моя работа закончена. Понимаю, спасибо за все. Конечно, я не бессердечный ублюдок, поэтому если прежде чем зайти в это гиблое место, тебе куда-нибудь захочется отправиться, контракт останется в силе. Красавчик. Куда, только куда ты делся, брат? Так, ну у меня особо денег нет. У него, конечно, хороший бонус, но у меня ничего нет. Да иди нафиг, братан. Так, ну это 100% босс, 100% босс. Так что давай улучшаем уровень. Преподносим все, что есть. Имеем лишний левел, берем лишнюю силу. Я не знаю, наверное, я даже драться не буду, потому что я не умею. Отдохнуть надо бы еще. Ну и поехали. Отец? Прекрати, пожалуйста, не открывай. Это уловка, ужасная уловка. Заткнись, ты никчемный человечишка. Что они с тобой сделали? Наконец-то я вернул силу, которая должна была быть моей. Я так долго ждал этого момента. Насчет твоего отца. Это величайший благодетель для него. Именно я нашел кладбище колоссов. Но твой отец и тот позорный представитель забрали у меня все, их ложь одурманила людям головы. Я, Экхард, преображу веру, проведу людей к правде этого мира. Позвольте нам начать заново. Слушайте, у меня походу кое-какая мысль появилась. Смотрите. Я же не нашел мужика, которого я скинул, которого я спас из клетки. Возможно, именно кровь этого мужика, вот этот Экхард, поглотил, который был в такой в рясе ходил. Вот, возможно, этот мужик был отцом этой Виолы. И теперь как бы он как-то часть себя впитал, что-то где-то открыл, что-то где-то нашел. Короче, дичь произошла лютейшая. На самом деле, я даже представления не представляю, как с ним биться, но сейчас попробуем. Парирование не зашло. Элегантный, немножко Аланта, наверное, напоминает короля. Попробуем драться. Я вижу, что я могу ему сбить стамину, в принципе, в теории. Осталось только понять, как это... Думаю, парировать будет, проверю. Нет, просто блочит. Я нажимаю парирование 8000 раз. Слушайте, даже получилось, охренеть. Ого, у него тоже хорошо получается. Ни хрена себе. Быстрый. Интересно, вдруг у него еще фаза вторая будет. Знаете, в чем беда? Мне, скорее всего, прилетит АП за музыку. Потому что мне уже почти на каждом видосе с боссом прилетает АПшка. Меня это очень сильно напрягает, брать не буду. Ну, это YouTube, куда деваться. Ну, понятное дело, первые файты, они будут ознакомительными. Для того, чтобы понять, что этот негодник умеет. Плюс мне надо медуз побольше наставить. Чтобы у нас шансы были. Даже пускай траты и хпшки, надо это сделать. Он бесконечно будет блокировать, и все. Я вроде вернулся, но он такой, не, нифига, братан. Не получается его пробить, вы понимаете, в чем беда? Плюс он еще стамину регенит, как конь. Слишком быстро, слишком, как понос. Оставлю медузу, если успею. Походу, захват был. Я пытаюсь прокликать парирование, не получается. Слишком у него атаки быстрые.
Да, как это он попал? Не попал в смысле. Можно завалить. Я не знаю, сколько на это попыток уйдет. Предполагаю, что до хрена. Смотри, стамину снес. Причем, что забавно, у меня АПшка прилетела даже на видео, которое на телефоне было, то есть, видимо, разработчики или кто вот занимается продвижением увидели, что игра людям нравится, и давай, короче, рубить бабло с АПшек. Был жест, как в этом, приветствие Луны, как в Bloodborne. Вы же видели, видели? Я думаю, видели. Я же не один такой повернутый на Dark Souls'ах этих Bloodborne'ах всяких. Я пытаюсь отпарировать, но нифига не выходит. Атаки, конечно, красивые, дружище, но какой в этом смысл? Блин, душит пес. Почему медузы не спасают, я вот понять не могу. Пару атак, чтобы сбить ему стамину. Хорош. Да твою там мать. Медузы, походу, вообще не спасают. И у него сейчас плюс хп будет. Почему мне приходится драться с леди бабочкой? Он еще и телепортироваться умеет. Это фиаско, братан. Я не ту кнопку нажал. Тупо танцуем в белом танце с ним. Вообще, я думал, я ему стамину собью, потому что я его казнить уже должен был. Слушайте, или попробовать его одолеть? Типа, вроде бы есть шансы. Хера себе, он электровеником стал. Едите его за ногу. Ты точно человек? Выглядишь ты как пес. Может, и не стоит тратить. Шансы были, конечно, но я видел уже, но не мог ничего сделать. Слишком быстро, у меня столько стамины нет. Ладно, сейчас просто еще больше медуз наставим. А, еще Бенита же есть, лол. Только я вообще драться не умею, такая же беда. Плюс у нее выдержек вообще никаких нет. Все атаки ловлю. Слушайте, я Терренсом выворачиваюсь лучше, чем другими персонажами. Это что за дичь? Ничего не получается отходить. Можно, в принципе, здоровье выпить. Она сама себя убивает. Дуреха, блин. Ого, это что, нейроавтомата? Лол, я его одолел. Не знаю как, но дамаг был конский. Просто умопомрачительный. Сектанты дали достижение. Ну это, наверное, не последний, потому что легко он мне дался. Рита, если бы твоя мама видела тебя, она бы гордилась тобой. Пожалуйста, отпусти меня. Типа убить надо его? В этом плане. Довольно уверенно. Прости меня, что я не защитил тебя как следует. Почему только я осталась? О,
А, это кладбище колоссов. Это колоссы своровали эту штуку? Это вроде и Якуб. Terence. Терренс. Тереза? Я завершила свою миссию. Это должно быть последний раз, когда я встречаюсь с тобой как Тереза. Тереза, о чем ты говоришь? Кладбище колоссов открыто. Он уже получил, что желал. Неважно, что случится, я не позволю тебе оставить меня в этот раз. Без мягкого знака. Достаточно. Спасибо за настойчивость. Это было время, когда я думала, что существую. Все-таки я просто пустая оболочка и не принадлежу этому миру. Поэтому, пожалуйста, забудь меня. Прощай. Не понимаю. Подожди, Тереза. Может, мы ее еще спасем? Типа, Торренса же тоже засасывает туда же. Худшее все-таки свершилось. Эккхарт принял жертву Терезы, чтобы открыть кладбище колоссов. Теперь слишком поздно. Я бы... Позвольте... Меня до мурашек сейчас проперло. Как бы... Телефонная игра. Как бы да, в ней есть ряд косяков, ряд проблем. Но какие в ней катсцены, какая в ней постановка. Просто мое почтение. Ты знал, что он собирался это сделать, и ты все равно подверг ей опасности? Эккхарт никогда заранее не показывался, чтобы выманить его, у нас не было другого выбора. Что ты имеешь в виду, не было выбора? Ты отдал Терезу просто так, я должен попасть на это чертово кладбище колоссов и вернуть ее обратно. Это суицид, ты ничего не добьешься, только погибнешь. Мне нечего терять. Терренс, если ты действительно этого хочешь, тогда возьми с собой осколок алого метеора и экзилиума. Только с помощью него ты попадешь на кладбище колоссов. Что случится после этого, никто не знает. Ты можешь не выжить. Я заблутаюсь. Потом мы уже поговорим. Знаете что, я не обломаюсь и пойду прокачаюсь. Может поговорить с вами? Так. Тереза, скорее всего, не позволила бы тебе так поступить. Может, а может и нет, ты знаешь мой выбор. Просто беспокоюсь, что ты не готов встретиться со всем этим. Мне достаточно знать, что она ждет меня там. Терренс, ты знал, что это путешествие изменило тебя? Разве? Больше нет того неуверенного в себе Терренса, что блуждал в мрачном тумане. Так в этот раз твой бог благословит меня. У меня нет ответа на твой вопрос, потому что сама не могу подтвердить существование бога. Но мы всегда выбираем то, во что верим. И идем дальше без колебаний, разве нет? Раз ты ее уже нашел, просто делай, как велит тебе твое сердце. Закончи это путешествие. Надеюсь, все станет как прежде. Я предпочитаю то, как обстоят дела сейчас. Больше ничего не скрывает, и все идет своим чередом. Возможно, ты права. Когда увидишь Терезу, пожалуйста, скажи, что я ужасно скучала по ней. Скажу Бенито, прежде чем я попрощаюсь, надеюсь, ты сделаешь мне одолжение. Сделаю, если это в моих силах. Просто скажи. Позаботься о Виоле. Не волнуйся, буду относиться к ней, как к собственной семье. Угу, хорошо. Я бы на самом деле здоровье взял. Потому что сейчас это, возможно, поможет. По контракту что-нибудь есть? Ну, сорян. Так, ну, заканчиваем с ней.
Тереза никогда не хотела, чтобы ты был вовлечен в это. Стоило тебе появиться, как все планы пошли под откос. Она заставила меня остаться с тобой, чтобы обеспечить твою безопасность. Но она до сих пор считает меня лжецом, до самого конца не раскроет своих истинных чувств. Она очень сильно жалеет, если узнает правду. Мне не нужна сладкая ложь. Теренс, я никогда не лгал тебе. Надеюсь, однажды ты снимешь эту маску и скажешь это еще раз. Все мы попали в ловушку реинкарнации, как раз в то, во что вы, Маргиона, верите. Вот другая половина утверждения. Реинкарнация не значит застой. Только те, у кого есть сильные чувства цели, будут иметь завершенное прошлое, настоящее и будущее. Возможно, это путешествие не имеет ничего общего с местью, но это может оказаться необходимым окольным путем, который приведет тебя вновь к Терезе. Я понимаю, что ты только что сказал. Запомню. Никогда не лгал тебе, ладно? Так. Подождите, так... Это уникальный, да? После смерти владельца. Атака нифига себе годная. Я не знаю, стоит ли их покупать. Но это очень годные бонусы. Пока оставлю. И ему мы ничего не нашли. Ну, бывает. Так, теперь надо с Виолой поговорить. Мой родной отец убил его моими собственными руками. Ты сделала все, что могла, и даже больше. Разве я даже не попрощалась с ним как нужно? Я даже не знаю, был ли он хорошим человеком или нет. Тебе одну он всегда хотел защитить до самого конца, этого достаточно. Я не хотела, чтобы закончилось вот так. Он освободился от нескончаемых мук, и того же он желал для тебя. Прости, Виола, но мне пора идти. На кладбище колоссов Терренс, так ты тоже покидаешь меня? Прости меня, Виола, не могу оставить Терезу там. Как и у тебя, Терренс, у меня есть шрам, который медленно излечивается. Верю, что ты найдешь способ излечить его. Если такой день настанет, ты точно услышишь это от меня. Но пообещай мне, что вернешься с Терезой, обещаю. Должна быть, это худшая ложь, которую слышала. Если ты решишь верить, что даже самая отвратительная ложь однажды станет правдой, Виола... Рано или поздно мы встретимся вновь в этом проклятом мире. Буду ждать, когда этот день настанет. Впереди. Хорошо. Так. Обожди. Так вообще, что у тебя? Да что ж такое? Атака. Чего-чего? Атакуя врага, нанесет урон себе, не уверен? Прикольно. Нормально, ладно, пока ничего нету. На самом деле, я бы вернулся до алтаря, чтобы проточиться и лучше стать. Но, видимо, мне не дадут. Поехали дальше тогда. Ну, а куда ждать-то? Подождите. Немножко не понял. То есть, это финальный финал? И в дополнение мы уже не сходим? Ну, здесь я выйти тоже не могу. А, я могу выйти? Ну, и в команде я могу сюда прийти, это будет у нас финал очка. Я правильно понимаю? Назад к повозке. Давайте я сейчас где-нибудь загуглю информацию, получится, не получится. И мы продолжим. Так, что могу сказать? Нагуглил. Говорят, что если пойдешь сейчас на конец игры, то все как бы. Пиши пропало, финита ля комедия, ля не комедия. Так что мы что сделаем? Мы с вами отправимся в DLC. Я уже даже загуглил, как туда идти. Возможно, у нас получится. Врать не буду, будет сложно, но мы попробуем. Так, давайте интеллект. И что-то еще у нас новое. А новое у нас вот здесь получается. Стихия. Вообще-то на самом деле они не самые топовые. А что мне новое дали? Ух. При успешных критических атаках восстанавливает выдержку. Блин. Ну вы гляньте, сколько хп я беру. Сюда. Найс, найс. Ну и все, тогда возвращаемся, наверное. Короче, я не знаю, стоит ли прям изначально полностью показывать. Но если вдруг у кого-то будут вопросы, как попасть в локацию дополнения, я, разумеется, запишу видео. А так пока что, вроде бы, я думаю, это того не стоит. Ну и давайте с вами вместе сразу отправимся в дополнение. Здесь я ни с кем разговаривать не буду. После того, как мы убили Эдит, босса, берег нового огня, заброшенный проход, да, нам, короче, вот сюда, это место после босса, я, наверное, возьму Норвода, потому что он у меня прокачанный. Хотя, по-хорошему, Бенитой бы научиться играть, но я не умею вообще. Тем парнем хотя бы сколько-то получается дамажить. Вот, отправляемся сюда, здесь мы дрались с Эдит.
с боссом. И бежим сейчас вот на берег. Я, оказывается, часть этой локации пропустил. Потому что в видосе посмотрел, думаю, нифига себе, серьезно, все это время можно было куда-то сюда даже сходить. Не очень мне данная локация понравилась. Но в целом, когда, не знаю, раза 3-4 ее пробегаешь, становится понятно, где ходить, куда ходить. Туда я тоже ходил, не помню, что там было. Давайте проверим, дамаг больше у меня стал или нет. Ну, больше, может быть, и не стал. Блин, прям как в жизни. Я оставлю глупые шутки у себя в голове. Вот, давайте все вместе держать себя в руках. Так, потом нам сюда, по-моему. Там вот этот краб сидит, но нам вот сюда. Здесь недалеко алтарь вроде бы будет. Насколько я могу помнить. Здесь пипяки будут падать постоянно. Нам вот сюда. Не знаю, честно, как я это место мог пропустить. Да, я вообще здесь не был. Поставлю медузку. Давайте, может быть, этих крабов завалим, чтобы они не мешали нам. Странно, почему-то заряженная атака не скастовалась. Ну да ладно. Ого, их тут сколько. Слушайте, так фармить можно, не выфармить. Ну и давайте постепенно смотреть, что за локация. Что же мы тут упустили? Древние реликвии, сколько тут всего? Медуза? Ого. Это комары. И говной меня заразил. Ну что за дела? Не очень приятно. Нифига себе заражение пошло. Ну, типа не заражение, а отравление. Просто жесть, когда мажет много. Буду знать, что с комарами тут шутки плохи. Так, мне кажется, я куда-то тайный дол. Да давайте глянем, а без понятия, честно сказать, что это. Я тут, по-моему, был. Да, давайте пока я сюда не буду суваться. Мне сказали, здесь вроде бы локация для фарма каких-то высокоуровневых персонажей. Выйдем нафиг отсюда. Ничего тут интересного нет. Что, обойдем этот берег по периметру? Ага, и мои медузы, которые я только что поставил, всегда тратятся. Буду знать. Здесь вот у нас стоит этот Джеральд. Парень из дополнения. Ну, я хочу посмотреть, я же здесь не был. Мне же интересно. Получается, часть локации упустил вообще. И мундус целый. И это ли не восхитительно? Почему он не попадает? Ну, дружище, ну я же за спиной у тебя стою. Как ты это делаешь? Пес сутулый. Повержено. Да, тут нормальный фарм. Давай зелье здоровья, я думаю, это хорошая штука. Еще одну хочешь? Ну ладно. Придется... Нет, двух хватило, великолепно. Иногда бывает и так. Я же, по идее, утонуть могу. Я не хочу утонуть. Мне кажется, рано. Здесь у нас сутулые собаки, защищающие мои сундуки. Как говорится, ништяков много не бывает. Интересно, насколько долгая локация DLC. Не знаю, как вам, но мне интересно. Блин, а так не хватило стамины. Ну ничего, этих ребят я уже перетанковываю. Что, в принципе, восхитительно. В эту башню я не могу попасть при всем желании, видимо. А, так это я сюда просто не ходил. Я, по-моему, испугался этого места и думаю, нафиг сюда идти. Да, да, все. О, нифига, что это они согрелись? Они же раньше не делали этого. Блин, я все что ли согрел? Вот это я ошибку совершил. Так, 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 задний ход, отворот, переворот. Они очень злые. Ёлки. Так, давай сюда быстрее, быстрее, дружище, у него мало ХП, но нам надо сделать это.
Повержена. Аллигиляторная пушка, хотел сказать, но это не она. Я вроде бы был тут, а вроде бы и не был. Странное место. Ну, как говорится, ништяков нет, а значит все норм. Ну, краем глаза гляну, где это мы. Ну, я тут был, тут я уже точно был. Еще один проход. Етить его. Но здесь я тоже вроде бы был. Поплыли тогда, наверное. Куда, как говорится, деваться? Не знаю, либо все-таки пробовать Бенито играть, учиться. Но это же сложно. Мне, как говорится, надо что попроще. По-моему, с этим можно будет взаимодействовать. Пафосное место. Кондрат Альберт, Эндрю, имена высечены на столе, безмолвно напоминают решимости демиургов. Они демиурги, которые добровольно присоединились к восстанию. В братской могиле они были готовы отказаться от своей жизни. Ну, типа, что это? Что мне нужно сделать? Четыре. Это я не доделал, свечу это не доделал. Вот. Имя было выгравировано на стене, находящейся на... за деревней Эдит. На стене много других незнакомых имен. Не вернется. А что с квестом-то сделать надо? Ладно, когда-нибудь мы разберемся. В скобках. Нет, не разберемся. Так, все в порядке. Прости, я потерялся в собственных мыслях под безмятежной прибой. Не думал, что найду алый метеор, их теозавры всего за несколько месяцев. Наши усилия наконец принесли плоды. Ну давай, готово. Надеюсь, это путешествие не займет много времени. Тогда отправляемся незамедлительно. Плывем в DLC. Короче, Паскаль Свейджер, The Tides of Oblivion. DLC у нас начинается. Возможно, данная серия будет не сильно длинной. Посмотрим. Поглядим, что за противники вообще, как тут играется, насколько больно, насколько не больно. Ролик, конечно, красивый. Что, как говорится, и говорить. Есть предположение, что мы в повозку не сможем вернуться. Проклятие, именно поэтому я ненавижу лодки. А, нет, Глен будет здесь, окей. Я могу назад идти, походу. Шупальца видели. Ну, раз игра показывает сюда, давайте сюда. Глен, Джеральд, надеюсь, им повезло больше, чем мне. О, двигаться дали. Хорошо. Сразу вижу алтарь.
Давайте его сразу активируем, потому что хилок нет. Карты, разумеется, тоже нет, было бы слишком хорошо. Угу. Видимо, вход в Кракена. Не уверен, что Кракен хотел бы, чтобы в него входили, но куда ему деваться? Так, предсмертная записка. Во время... Изменяется, искажается предо мной, душа и плоть безжалостно разрываются и теряются в бесконечной пустоте. Я видел, как пали божественные великаны, как погас вечный свет. Я видел, как первая нетленная жизнь медленно прорастает в одиноко горящем мире. Оглушительный взрыв, все кончено, настало время нового начала. Но мне некуда было идти, все, что оставалось, это плыть по течению циклов реинкарнации. Как бы это ни босс написал. Типа реинкарнация... Слушайте, тема реинкарнации уже была у нас. Я просто думаю, такой тут же можно пройти, а тут нельзя. Етить меня за ногу, косорукий Влад. А, здесь у нас команды нету. Ну ладно. Я уже думал, вы стали кормом для рыб. Думаю, я не такой уж и вкусный. Так это ихтиозаврия. Спроси это у того, кто нас сюда привез. Если он еще жив. Похоже, этот шторм не успокоится еще какое-то время, так что тебе, возможно, лучше пойти и поискать защепки, зацепки. Ну, это такое старое дело, держится из последних сил. Мне нужно немного отдохнуть. Не волнуйся, мой филин скоро тебя догонит. А, типа вот этот парень, понял. Эх, у костра посидеть зашибись. Нам Джерольда надо бы найти. Похоже, мы здесь не одни. Эти разрушенные доски, они лежат здесь уже давно. Не могу пройти. Все еще ощущаю дыхание жизни где-то на этом острове, хоть едва и уловимое. Ни хрена себе. Ты что такое? Ё-моё. В парикмахерскую тебе сходить, полип сутулый. Тебе слева или справа, или с двух рук сразу? Ну, они вроде не сильно сложные. Так что жить можно. Взорвется? Нет? Нет. Нифига с них падает по 21. Противники бесспорно красивые. Может, он решил коком быть и на корабле остаться? Джерольд этот. Рваный холст. Побег. В углу холста видна алая надпись, выведенная неразборчивым почерком. Это слишком много непонятных останков. Смотри, это Джерольд. Где? Ну, блин. Вот в Fable 2 было клево. Нажимаешь LT, и у тебя как бы фокусируется на том, куда тебе говорят. А, вон он, вижу все. Джерольд, Джерольд. Ха-ха, быстрее, ха-ха, войдите в пещеру. Проклятие Синдрилла становится сильнее. Не волнуйся, возьму его под контроль, прежде чем мы пересадим осколок алого метеора лорду Эббингхаусу. Я сомневаюсь насчет этого. Это проклятие станет моей силой, пока ихтиозаврию можно спасти. Я не буду сожалеть, даже если стану монстром. Ну ладно. Чем дальше, тем интереснее. А, все, типа телепортация произошла. Ну блин, это вот деревушка из Bloodborne. Что здесь произошло? Как раз это то, что я хотел тебя спросить. Как случилось так, что река души пересохла? Ах, снова болит голова, такое чувство, будто прошлое ускользает от меня. Возможно, что-то мешает тебе увидеть его, может, ты стукнулся головой или же влияние Синдрилла? Похоже, нам нужно встретиться с Эббингхаусом как можно скорее, чтобы получить ответы на вопросы. Он у истока реки души, иди вверх по течению, не найдешь его. Ты заметил, как выглядит все вокруг? Такое чувство, будто мы внутри какого-то... кого-то живого. И запах смерти распространяется по округе и приветствует нас. Ты угадал ихтиозаврия, древнее существо, которое давно вымерло. Мы последовали за лордом Эббингхаусом, чтобы сбежать от Синдриллов. О, просто отлично, теперь мы станем кормом для рыбы. Не волнуйся, ихтиозаврия не причинит нам вреда, мы связаны в жизни. Что бы ни случилось, я просто надеюсь, что смогу дожить до встречи с этим лордом Эббингхаусом. Еее, Джеральд может с нами быть.
Так, ну что ж, говорят, он быстрый. Говорят, он бьет рапирами. Так, ловкий фехтовальщик, который может уклоняться до 4 раз подряд. Помещает врагов меткой синдрилы, благодаря которой его боевые навыки наносят дополнительный урон. Меток, чем жестче будет наказание. Хорошо. Прикольно плащом бабахает. Он вампир, походу. Он, по-моему, говорил, что он вампир. А где урон? Кто-нибудь видел его? Комбинации нет. Чё ты упал так долго, дружище? Ни хрена вас тут, ребята. Ну вы шо? А чё он так мало бьёт-то? А, ну какая-то метка, смотрите, была. Непонятно, что она дала. Чё-то не понимаю пока прикола этого персонажа. Говно и кидаются, меня побеждают. Это парирование было или что это было? Но было красиво. Ля, какой танцор, просто тупо акробат. Тупо парень из цирка приехал. Э, ты какие-то фрукты ешь, ты чё, псина? Может, эти сильными атаками я буду бить? Пока очень сильно не понимаю, как им драться. Будем разбираться. Раунд. Нифига, он реально шустрый. Як самолет летать. Жух, истребитель, полетели. Ладно. Давайте мы, наверное, на этом закончим. В ближайшем будущем попробуем исследовать дополнение. Весело, здорово, задорно. Ну, а на этом пока что, наверное, отдохнем. Сейчас посмотрим, что у нас за новые штуки. Мне что-то новое должны были дать. Но что-то я не вижу. Странно. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.